Глава регионального избиркома Ирина Акимова возглавит новый орган – Совет председателей избирательных комиссий Алтайского края. Решение о создании ведомства опубликовано на сайте краевого избиркома. Помимо Акимовой, в Совет вошли 9 глав территориальных избирательных комиссий из разных городов и районов края. Они будут изучать и обобщать практику подготовки, проведения и контроля за выборами, а также совершенствовать профильные законы. Причем все решения будут носить исключительно рекомендательный характер. Заседания Совета будут проводиться минимум раз в полгода, а срок полномочий его членов не более 3 лет. Затем состав обновится.